вроде на свой БР попал. Нормально. Можно играть. Нормально. Так. Уже там стреляет кто-то. Зачем стреляет? Непонятно. Вот это нормально. Нормально вышло. Я бы даже так сказал, неплохо. Это неправильно, конечно, я делаю. Такое в 40 добили. И меня добили. Зря я туда выезжал. Ну да, да, да. Так я понял. Не, не хочу. Едет вот это поле у меня, блять. Конечно, конечно, БРЦС помойная. Не скипнуть, что-то не идет вообще на ней. Сейчас еще разочек надо попробовать визелька, может пойдет уже. Как-то вообще урон говна. Такой именно. Фу.
Что ж такое? Коронавирус, что ли? Вернулся. Не надо нам такое, не надо. Пусть уходит. Да, еще перекинься. Как раз то, что нужно. Вульфпак, где ты? Вертолет, улетай. Тебе здесь не рада. Так, я понял, беспилотник вылетел. Сейчас он меня увидит. Да что ж такое? Так, да, он меня увидел. Он меня увидел. Ну, все. Все. Не, ну я ж его не перестреляю. Если б сходу стрелял бы. Ну, если б была бы возможность стрелять сходу, то да. А так, не. Это борода. Сейчас он, если меня маркернет, мне хана. Да, да нет, тут ноль шансов. Ноль. Ладно, надо ехать в нормальной технике покататься. Давно я на ББМке не катался.
Так, куда? Да ну как, ну... Это чё за бред? Да. Что-то я так ловлю ваншоты, прям душно, сильно душно. Просто ваншот за ваншотом ловлю. Жесть. Да, жестко. Ничего не скажешь. Блин, тут без понятия. Какой мусор кидает. Просто в маску залетела и ваншотнула. Да, чтоб я так ваншотал. Да. Сходу. Ой-ой-ой. Вот это я зря сделал. Вот это, наверное, мне камбэк пришел. Мне пришел камбэк за прошлую катку. Я ваншотнул Меркаву четвертую. Казённик. Это было, да, это было по-читерски. Так, главное бортину не поймать. Только не в борт. Так. Нужно...
Все, да. Стоит гемперит. Опа. Козёнечек вылетел. Конечно. Ладно, поеду вперед. Я не хочу где-то на одном месте стоять. Хочу двигаться, играть. Сольюсь так сольюсь. Все равно карта говна. Я чуть-чуть заблудился. О, вот это мы можем, это я могу. Только он должен выехать. Да. Только не говори, что ты меня услышишь. Да что за карта такая? Ух. Да. Одна карта лучше другой. Игра-то прям так и хочет, чтобы все игроки стояли и с респа на респ стрелялись. Привет, что скажешь насчет ML 23 ML? Если честно, я не особо летаю, но частенько меня сбивали на этом самолете. Если ты про самолет, я правильно понял, это же про самолет премиумный, да? Да, он у меня есть, я его покупал, как он только вышел. Я подумал, что с ним я стану лучше летать, но не получилось. Не, он крутой. Насколько я знаю от других стримеров, которые летают, он классный.
Если ты летаешь, тебе нравится, то бери. А если ты еще и хочешь что-то прокачивать на нем, то обязательно бери. Но я лично прокачивал всю ветку Советского Союза из-за этого Су-7. Находится на 9,3, берешь бомбы, бомбишь баски, и все. И на этом я выкачивал то, что я хотел. А так, летка, конечно, не для меня. Опа. Не-не-не, вот это я, конечно, плохо выехал. Да, и сразу ваншот получил. Не, классная карта. Карта просто супер. Если тебе для летки, сейчас я гляну, авиация, где он? Это он, подвесное вооружение. Ну да, у него широкий спектр подвесного вооружения. Клевая машина. Правда, ну, я не особо летаю. Я на вот этом хотел выкачать себе Су-25, я его выкачал. Дальше мне как-то не особо интересно. Не, хотелось бы еще получить МиГ-29, но до него слишком далеко. Слишком долго надо впахивать. Мне за американцев нравится Эрлик. Ну и то такое. А 10-й тоже неплохой. Ну, раньше вообще был имба. Сейчас такое себе. Ну, все равно меня прикалывает. Смотрится вообще бомбезно. Так-так-так, еще на ВБМке. БВМке. Скоро Т-90М. Надо готовиться, потеть, чтобы его выкачать побыстрее. На этой КФ-41 еще кто-то играет? У нас вроде полное говно. Такое себе, конечно. Удовольствие кататься на машинке, которая почти никого не пробивает. Оф. Тебе до Т-90 еще далеко. Уф. Это да. Это... Чтобы в топ вывести хоть одну нацию, нужно потратить нормально времени. Достаточно много времени надо потратить. Ну ничего, я не знаю, там прям аккаунт, и намного легче уже все выходит, выкачивается. А если у тебя еще есть премиум техника, то еще быстрее. Правда, я не советую донатить в эту помойку. Другими словами, не назовешь. Пусть они для начала оптимизируют игру под игроков, а не под продажи. И тогда люди будут покупать. Так. Тут я, конечно, опасно катаюсь. Так делать нельзя. Кто-то есть? А, я тебе мешал. Так бы ты давно бы уже сказал, что ты на ремонте, я помог бы. Наверное, надо вниз уже падать.
Да-да-да, надо вниз уже падать, вон кто-то едет. Не, я так его не достану. А, он и так без ствола и казённика. Можно ехать. Ну, ты купил деривацию. 2С. Она классная, она на данный момент, я просто ее ненавижу, когда встречаюсь против нее. Это, ну это как когда-то деривация была. Ой, деривация, визелек. Вот когда-то визель грязь делал. Теперь деривация делает грязь. Скорострельность хорошая, урон хороший и живучесть. Все, что нужно для этой игры. Больше ничего не надо. О, вон, 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 вон. Давай, 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 давай. Деривация такая, да, кислотная машинка. Особенно если знаешь разъезды, куда ехать. Вообще сильно. Так. Бля. У меня просто тут со всех сторон нет. Я не знал, на кого нападать. Не, Орион я брать не буду. Они бессмысленные. Беспилотники тоже уже уничтожили. Просто уничтожили их. Лам. Во-первых, их высунули на топ-тир, где просто ты вылетаешь на беспилотники и тебя сбивает рандомный этот ПВОшник. Еще и лететь надо десятку. Ладно, спасибо тебе, до скорой встречи. Да, да, не за что. Заходи. Подписывайся, смотри видосики. Так, я еще катну на этой лютой машине. А, без проблем, заходи. Я бывает ночью, бывает днем подрубаюсь. Как получится, тут по интернету я ориентируюсь больше. Как интернет позволит, так я и подрубаюсь. Не вытягивается. Ха-ха-ха. Говна кусок. Ж надо так. Не ластовый на Т-80.
Нормально. И кто тебя ПСОшка ваншотнула, да? А меня кто? Да. Чтоб я так щелкал, Т-80. Ваншотов борт. Ладно, время покатать на нормальных тачках. Хотя нет, это нормальная тачка, просто что-то не заходит. Тут так, 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 так. Не, поеду я к... На ПТшке покатаюсь. Так, блин, я ж просил нормальную карту. Я просто попросил нормальную карту. Я хотел поиграть на нормальной, хорошей карте. Что так сложно, что ли? Почти попал, но почти не считается. Кстати, может остановиться, он меня вообще не видит. Да, остановиться была хорошая идея, а может и плохое. Снайпер. Сразу надо чекать сюда. Я знаю, тут спидранеры катаются. Как же много растительности, никого не видно. Так, это у нас кто там? Ты живой? Да. Жестко. Жестко.
Работяга, наверное, отошел по делам. Или стакашку опрокинуть. Ой, его убили. Жестко. Это наша. Наверное, надо падать вниз. Тут скучновато становится. Пума пусть разведает все, а я падаю вниз. Нормально. Так, мы где-то недалеко от респауна, я так понимаю. Потому что с этими картами теперь, как они их уменьшили на мини-карте, теперь непонятно, куда ты едешь вообще. Может, какую-то зениточку встречу? Зенитчик какой-то затерялся. Так. Да, я не хочу ехать, я хочу стоять и ждать танкистов. Так как обычно, поеду кого-то искать. И какой-то рандомный тип с кустов меня ваншотнет. Не-не-не, я знаю эту схему. Ну, я лучше буду за ПВО работать. Так. А игроков-то и не осталось. Не появился еще. Просто реально не могу понять, почему, где они, почему они не едут сюда. Так, ну поехали тогда поближе. Я слышу оттуда выстрелы. Все уже
Никаких выстрелов. Так, а тут как раз тут рядышком совсем было, я понял, понял. Китаец, не китаец, он рус. Так, надо посмотреть, он появился, нет, он ливнул. Правильно сделал. Зачем оно надо? Оно не нужно тебе. Абсолютно. Ливнул пацан, решил слиться в ноль и не отдать никому фраг. Да. Классная карта. Мяу. Мяу-мяу. Очень классная карта. Спасибо за нее. Играйте на ней сами. Полдня ехать только в одну сторону. Ну тут неплохо. Тут неплохо. Лучше, чем Мажино. В разы, наверное. Так, успеть бы на прострельчик и не отлететь от какого-то рандомного ваншота, и будет замечательно. Ой, подсосал фраг. Или не подсосал? Счет фризануло, сильно так фризануло. Рикошет. Вот это уже не рикошет. Не. Да, именно в меня. Нормально там еще их было. Не, я и возьму второй респаун. Их там еще достаточно. Поедем на разборке. Могу себе это позволить. Где там, где там, где там? Отсюда. Там
какой-то. Нет, тут как-то опасновато стоять. Опасненько, опасненько, я не хочу, пожалуй, откажусь. Поеду куда-нибудь сюда. А, так вот где я был. Тут нормально. Еле нашел. Еле нашел свой местяк. Но он уже не актуален. Ехать надо дальше. Тут где-то едет, 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 слышно. Слышно Турмс или что-то похожее. Да. Это он. Я так понимаю, он тут где-то между домов стоит. Еще, еще, еще. Он отстрелялся. Можно, можно, можно выезжать. Привет. Здравствуй. Все, откатываемся. Уезжаем. Кого ты там мне маркируешь? Непонятно, не видно. Поджаться под это разрушенное здание. Кстати, я тут уже кого-то слышу. Во-во-во-во. Хорош. Но это не он был. Тут еще один есть пассажир. Вот прямо вот здесь стоит. Он будет выезжать? Не-не. Так, это хорошо было. Так. Это мне уже не нравится. Тут едет тип. Вот он едет, едет, едет. И он приехал. В ангар. Жестко, жестко. Ну а что поделать? Я такой. Мамин танкист. Постой, постой, постой. Нормально. Нормально. Жалко, что не ваншот, но тоже пойдет. Ты будешь выезжать? Так, я вижу, как едет Турмс. Приехал. В смысле? Это кто по мне стреляет? Не надо. Пойди. Дрон свой.
видишь, офигенно. Я так и не понял, кто это стрелял. Ну, там вроде да, что-то гудит в той стороне, но далековато. Я понял. Блять, мне так повезло, просто повезло. Просто мне повезло. Так, короче, едем. Сколько можно тупить уже? А, все-таки я был прав, да, тут еще одна бэха стоит. Вот это она гудела, я ее слышал. Не, ну, ну можно выехать, чисто побороться, но... Я не знаю. Я, конечно, угладал. Выкатывайся, я ж промазал. Не хочет. Не хочет. Так, он, конечно, может выехать теперь с другой стороны. Я бы так и сделал. На его месте выехал бы просто с другой стороны. И на этом бы все закончилось. Но он так не хочет. Он не хочет просто. Он хочет тяжелую победить, затащить. Забили пацана. Не, я не поеду туда. Ну, почти ядерка, но... Ну, почти. Чуть-чуть не хватило. Ядерка. И не хватит. Потому что у них команда закончилась. Так. Ой-ой-ой, как я выехал. Я выехал жестко. Так, что у меня там еще есть? Да нет смысла брать. Да. Игра закончилась. Один нормальный бой за целый час. Я считаю, это уровень. К этому нужно стремиться. Конечно же нет. Не стоит к этому стремиться. Тоже хорошая карта. Полная говна. Замечательная. Так. Вот сюда мы поедем.
А это такой новый фетиш у улитки, уменьшать мини-карту. Чтоб ты типа не видел вообще, ну, что происходит дальше, там, я не знаю, 5 километров игровых. Жестко, жестко. Знаешь, куда надо успеть доехать? Безопасное место. В укрытие. Тут есть один местечок. Очень приятный. Вот он. Вот он, родимый. Так, вот, все, мы на месте. Отличное место. Главное теперь не слиться. Это что такое? Это что за бред? Да, окружили нормально. Блять, он кидает и кидает мне. Нормально так кидает. Все, докидался. Отдыхай. Отдыхай, дружок. И я отдыхаю. Пока варежку раскрыл, то тут уже приехало. Ну, еще можно. Пока они не продавили вот эту линию, можно еще появляться. Но если они туда заезжают, то уже нету смысла никакого. Ровным счетом никакого. А, хотя тут уже тоже, кстати, неприятно. Ну, можно попробовать справиться с этим недугом. Жестко, жестко. Флорак, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты что, самолеты сбиваешь? Да? Только не самолет, а вертолет. Тут классно, кстати, да. На Турмсе отыгрывать от башни. У них башня крепкая. Не то, что у меня. Опа. Кто-то я вообще... А, так я око за око сделал. Нормально. Но тут я не вижу. Я не вижу тут. Надо чуть-чуть копнуть сюда. Нормально. И что? Мы сегодня драться будем или как? Я не понимаю. Я сюда пришел, чтобы побороться. Может быть, даже раздетым. Но никто не хочет. Как хотите. Оп. Вот это было уже интересно. Вижу, вижу, вижу. Это было интересно.
Не, пацаны уже едут, а я еще чуть-чуть. Хотя, да, уже команда заканчивается. Надо ехать уже. Нет, я не вместился. Толстенький, откушался. Откушался, так неплохо отъелся. Кто-то башню потерял. Надо дать объявление. Может, человек ищет и не может найти. Я здесь. Я здесь, я рядом. Найди меня взглядом. Так, вертушка, давай. Ты пролетишь мимо. Вот, я лучше постою. Я лучше постою, и противник приедет с... Нет, тут уже, да, тут уже надо двигаться, потому что. Хорошо, хорошо. Пошел ноги, пошел. Серьезно? Это КВ-1? Это ИС-1, извиняюсь. Я просто не сильно в этой технике разбираюсь. Вот это я знаю, что объект. Так что... Ой, до ядерки далеко. Да. Хотя 10 фрагов сделал. Ядерки очень далеко. Все потому, что всякая нечисть появляется. То из первый, то объект. Так, ну тут все, да, тут победа. Вин. Нормально, нормально. Неплохо. Это я мучился первые катки, чтобы потом на ПТшке нормально шло. РПУ во всей своей красоте. Сначала тебя максимально сношают, а потом ты. И никак по-другому. Моя самая любимая карта. Две ядерки подряд я на ней набивал. Это не означает, что сейчас я тоже набью ядерку, но суть в том, что просто две подряд.
Да и вообще мне нравится на ней играть, особенно если точка одна и она здесь, ну или здесь, ну только не посерединке, посерединке это, конечно, помойка. Да. Да, и при том, что я набил две ядерки подряд, просто простаивая всю игру вот здесь, вот этой точке. Накидали говна всякого. Пропустил, пропустил, конечно. Вспышечка. Привет, чебуратор. Так, кто-то едет. Мне интересно, куда те два пассажира полетело. Никого, никто не едет. Не-не-не-не-не. Жесть. Молодец, объехал. Это правильно. Как дела? То нормально. Пока интернет не выдрачивает меня, то нормально. А то целый день что-то... То пинг, то еще что-то. Невозможно было играть. А так нормально. А у тебя как дела? Почему не спишь? Не можешь уснуть? Это плохо, это фигово, когда не можешь уснуть. Я знаю. Но зато дела норм. Это хорошо. Во что я играю, кроме War Thunder? Да вообще тут все упирается в интернет. Так я стримить там многое могу и хочу. Но... Ле. Так. Вообще в планах есть Half-Life постримить. Алекс. Это этот VR. Виртуальной реальности. Но там я не знаю, как это будет все происходить, как это пройдет. Нужно тестировать и пробовать. Какие еще Daylight можно будет постримить? Какие-то хорроры. Да вообще без разницы, если честно. Главное, чтобы интересно было. Но пока у меня, да, так скажем, в очереди я хочу попробовать Half-Life. Я давно хотел ее пройти.
Да, кстати, интересно. Она считается лучшая в своем, пока что, а лучшая в своем, так сказать, профиле VR. Это лучшая игра VR. Я так-то ее запускал, ну, все нормально. Но вот как оно со стримом пойдет, это надо будет посмотреть. Но вообще игра, да, интересная. Так что подписывайся, чтобы не пропустить. И я буду обязательно выкидывать инфу, что я буду ее стримить. На. Он не ваншотнул? Йо. Это ж надо. Вот я ваншотнул ее. И Турмсика, наверное, сейчас. Да. Турмсик тоже отлетел. Вот тут мне не нравится. Вот это мне не нравится. Да. Ты первый раз слышишь, что кто-то собирается стримить VR. Согласен с тобой. Я до этого тоже просто, когда смотрел всяких стримеров, я не находил особо, чтобы кто-то стримил VR-игры. И я не понимаю, почему. Я не пойму. Ой, это было плохо, это было очень плохо. Да, это было просто отвратительно. Я не знаю, вот тут я смогу спрятаться. Да, спрятался. Проверяй. Не, ну тут все меня будет уже поджигать. Да, подписывайся, смотри видосики, я кидаю пока что по тундре только. Но в дальнейшем будет и по другим играм. Я только раскручиваю канал. Не, ну тут все, да, тут уже борода. И с этой стороны едет, и с этой. Ремонт слишком долгий. Рикошет, рикошет, ты понимаешь? Еще лучше. Класс. War Thunder дает урон, War Thunder его и забирает. Так. Ну, я почти пол игры ремонтировался. Поэтому я, наверное, пожалею об этом. Но я выйду все-таки. Да, я почти пожалел об этом. Почти. Там. Выкатись, пожалуйста, вот сюда. Ну или вот сюда. Как тебе угодно. Ломом я не пробиваю эту древнюю рухлядь. Да, почти не считается. Да. Ну вот самое интересное было, это только что я ломом не пробиваю рухлядь этих времен холодной войны. Это, конечно. Вот. Не, ну тут да, это не контрится. Это тут зеничка, мажоработка. А ты что, играешь в танки? Нет, тут не размен был. Я его шотнул, а меня истребитель забрал.
ракетами. Тут не разменчик. Я считаю, вот это отличное вложение. Если кто-то хочет приобрести технику, то большинство покупает премиумные пакетики. Но тут за, в принципе, за ту же цену можно купить просто офигенный аппарат. ПТ-шка. Да, но не War Thunder. А во что? Во что играешь? В Blitz, Blitz. Blitz это World of Tanks или это мобильная? Мобильные танки. Я просто не знаю. Ну что-то похожее. Ну, что-то слышал. Похожее про Blitz. А, все, это на мобильном, я понял, да? Это Blitz на мобильном. Ну, можно сказать, что мобильное. Понял, понял. Говоришь, компьютера не тянет. Но я тебя понимаю, я тебя понимаю. У меня, чтобы ты сейчас понимал, вот сейчас на этом аппарате, которым я играю, я его собирал с другом, и в нем стоит две видеокарты. Да-да-да. Сейчас мало кто так делает, но почти никто. Если у кого-то спросить, стоит ли так делать, то скажут, нет, конечно, это полный бред. Но это работает. У меня одна видеокарта от AMD компании, а вторая от GeForce. NVIDIA GeForce. И вот на AMD я сейчас играю. Все, что делает игра и воспроизводит, это AMD. А стрим проводит NVIDIA. Так что, грубо говоря, у меня тоже компьютер не особо крутой. Он просто из-за этой хитрости, такой небольшой, позволяет мне делать то, что делают дорогие крутые видеокарты. Короче, нищий стример. Так, вот сюда кто-то едет. Это мне не нравится. Вот это я обосрался, мне хана. Нет, мне повезло. Надо откатиться. Да, да, да. Это работает. Это реально работает. Впервые я увидел на ютубе, у паренька была такая фишка. Но это было лет 5 назад. Блин. Все, он меня выбил. Не, он не маленький, это стандартный компьютер, стандартный корпус. Просто материнская плата. Такая она крупная, она почти на весь корпус идет. В этой материнке, ну, у меня конкретно 3 слота под видеокарты. 2 из них используются. Серьезные стримеры используют 2 компьютера. Один компьютер, они играют на нем, а второй компьютер выводит картинку стрима. Ну, то есть рендерит стрим. У меня все по-другому, у меня все в одной машине. Я как-то увидел, да, лет 5 назад на YouTube тип залил, как он это делает, и у него это работает. Под рукой было 2 видеокарты, почему нет, попробовал. Но оно только работает, если у тебя 2 разные видеокарты, то есть AMD и NVIDIA. Если ты возьмешь 2 NVIDIA, не получится. У тебя и стрим, и игра будет ложиться на одну из карт. Нельзя разделить, это не делится. Если ты возьмешь 2 AMD карты, то вообще будет полное говно. А вот AMD и NVIDIA, они уживаются. Странно звучит, но они вместе уживаются. Но головняка все равно. Дофига. Головняка много.
Вылетел, вылетел. Не, одобряю такой стиль игры. Я тоже люблю. Либо врываешься и нормально что-то выходит, либо рвешься. Ничего страшного. Вообще абсолютно не вижу в этом ничего страшного. Так, ну где они все? Пора бы ехать. Не хотят ехать, надо подкатываться. Надо подъезжать. Надо подъезжать. Вот это размен. Я поздно его увидел. Ну, тут разменчик. Ладно, дальше. Так, сейчас что-нибудь другое катнем. Можем попробовать аналог этого танка. Только он бесплатный. Этот нужно покупать. Ну, или надо было участвовать, как я участвовал в ивенте, за который давали вот этот приз. Но есть бесплатная вещь. Вот она, за японцев. Эту можно просто выкачать. Это, конечно, бомба. Офигенный танчик. Так. Совсем медленный. Челленджер медленный сильно. Так, попробуем тоже ворваться. Либо ворвемся, либо порвемся. Так, пусть он заедет. Не, он смотрит прямо на меня, смотрит. Услышал, наверное, звук. Попался мне противничек. Ой, плохо, сильно плохо. Сильно плохо попал. Эх, ушел. О, приехал. И выстрелил. Это плохо. Это очень плохо. И спереди, и сзади. Да, это слоган на все случаи жизни.
Так, там кто-то, но я его не достану. Его не достану. Короче, нужно переезжать, потому что для меня это плохо закончится. Едет, 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 едет. Давай, выезжай. Молодец. Так. Тут что за разборки у вас? Понял. Это мертвый. Это мертвый. Так вот. Вот так вот. Да, жмут гады. Со всех сторон едут. Кстати, вот сейчас вообще я слышу слишком много звуков. На стриме я прикрутил. Я на стриме прикрутил звук, но тут, конечно, я слышу слишком много звуков. Слишком много. Так, там. Там челленджера. Не, нормально. Давай, 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 давай. Перезарядка. Хорош. Успел. Успел. Не, туда я не хочу ехать. Там мне интересно. Там можно в Мерты. Во сколько я обычно провожу стримы? Сейчас это реально зависит только от интернета. Я только подстраиваюсь. Я только выстраиваю график. Ну, я буду стараться и вечером, и в такое время, и с утречка. Ну, я попробую, посмотрю, есть ли смысл с утреца стримить. Будет ли кто-то заходить и смотреть. Ну, а так, вечером я буду залетать. Если все будет проходить нормально, это будет зависеть от интернета, то можно и 2, и 3 часика погонять. И в такое время буду заходить, потому что вот вижу, что в такое время нормально. У меня и с пингом проблем нет, и с потоком интернета. Так что да, вечерком залетай, и в такое же время тоже можешь подлетать, и будем вместе играть. Гореть, буду гореть за вас. Играть всегда интереснее, потому что ты не сгораешь. Так, ну 7 фрагов, неплохо. Я думаю, неплохо. Так, я вижу. Я, кстати, вижу тебя. Но я ничего тебе не сделаю. Да, я ничего ему не сделаю. Надо прятаться. Слишком далеко вертушка. Не сбить ее. Только прятаться. Мертвый. Так. Есть. Нормально. Вообще неплохо.
Ну тут засветик. Тут у меня засвет. Ну и... И зачем ты туда подъехал? Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня быстрее перезарядка. Давай, 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 давай. Ну все. А что ты думал? Так, потушиться надо. Так. Чу, я думаю, почему я так стреляю? Косо криво у меня расстояние было изменено. Не вижу, не вижу. Вот, нащупал. У меня датчик дальности был увеличен, и я целюсь в одно место, луплю в другое. Ну, косой, кривой стример. Движок прогревается. Вот, вот хороший танчик. Бесплатный хороший танчик. Ну, правда, нужно погореть, чтобы докачаться до него. Это да. Нужно немножечко. Немножечко сгореть. Так, какую еще можно? Вот. Вот это я хочу. Я хочу его как-то реализовать. Фига танчик. Ты про японца, на котором я только что играл, или вот этого? Это не танчик, это зенитка. Но он просто, ну, он мощный, сильно мощный. Мне он очень сильно нравится. Сейчас попробуем на нем отыграть. Но как раз карта под то, чтобы я играл на зенитке. Да. Нет, тут ее никак не реализовать. Никак. Тут можно поехать, я не знаю. Я даже не знаю, куда тут ехать. На колеснике. Если бы еще бодрый был колесник, ладно. Но это чентаврик. Он такой себе. Назад не едет, башня не крутит. Так, ладно, не будем толкаться. Вот, зачем же ж ты стреляешь? Есть ли танки, которые совсем не крутят башней? Да, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же я плохо заезжаю. Очень плохо, очень плохо. Есть танки, которые, типа как САУ, они, у них вообще башни нет, то есть они и не крутят башней. Хороший урон, я считаю. Добил. А есть танчики, у которых есть башня, но они просто медленно, очень края, сильно-сильно медленно крутятся. Что я про них скажу? Ну, это на любителя, это я не знаю, это... Если тебе нравится гореть, то да, это для тебя.
Я лично не одобряю такую игру. Мне не нравится абсолютно. Мучиться как-то пытаться реализовать этот танк. Да и нет надобности. Тут игра в чем зависит? Ты катаешься на плохих танчиках, чтобы продвигаться вверх и качать то, что ты хочешь, на чем ты хочешь кататься. В этом-то и игра. А потом катаешь уже на той технике, которая тебе нравится. Смысл возвращаться и кататься на этом дерьме я не вижу. Так. Ну, я бы тебя мог подремонтировать, но ты и так уже сам подремонтировался. О, я помню времена в этой игре, когда вот такие танки, как у меня, и ЛТшки, только они могли чинить танки. А теперь каждая техника может подъехать и помочь товарищу по команде отремонтироваться. Не люблю ныть, ныкаться, дошмалять из-под укрытия. Ну, ты любишь, я так понял, врываться. Не на всей технике можно. Вот я конкретно буду говорить про War Thunder, не на всей технике можно так здесь сделать. Но тут можно так делать. И иногда очень весело происходит это. А иногда нужно аккуратно играть. Есть карты, на которых реально нужно максимально аккуратно играть. Это что такое? Ну, в Блице, я так понимаю, там нельзя, такого там нету. У вас вообще там есть ремонт? Или у вас там просто линия жизни, как World of Tanks? Да не надо стрелять по мне. Не надо, не надо. Это... Опа. По звуку это вроде как. Это Type 16, а вот то я не знаю. То либо польский этот. Есть. Да, это польский. Ой, польский, немецкий. Немецкий леопард. Это... А чё меня объезжает со всех сторон? Все, мне хана. Да-да-да, я не успел перезарядиться. Ну ничего. Есть ремонт, но своеобразный. Ну, я понял. Так, ну возьмем автоматик. Правда, я не вижу вообще смысла его здесь брать. Он никак сегодня. Это только что была зенитка. Зенитка такая. Стреляет очень. У нее там шестистволка. Накидывает жестко. Но она неэффективна против типа таких танков, как там леопарды, абрамсы, тэшки. Она эффективна против легких танков, как мой. Ну а тогда довольно опасная вещь в умелых руках. Леопард тема, да. Первая нация, которая качала, это немцы были. Мне кажется, она до сих пор одна из самых сильнейших наций в игре. Так, я хотел пострелять с автоматикой и посмотреть, как он. Просто как. Но я никого не вижу.
Никакой летки нет. Да и обзора нету, одни здания. Так, 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 так. Есть еще игроки. Игроки есть, но где они? Так, так, так. Пешка летит. Пешка, пешка, пешка. Да, скучно, скучно. Ну, понятное дело, никто летку не берет, потому что, ну, тут какая летка, тут неэффективно вообще, тут все сливается со зданиями сверху. Ничего не видно. Короче, есть ветка, очень сложные там на семерке или восьмерке, опять несколько лет стоят. Ну, мне кажется, в каждой игре есть сложные ветки и сложные танки. Так что это не удивительно. Это не удивительно. О-о-о. Это беспилотник? 9 километров. Только появился. Нет смысла по нему стрелять, не добью. Надо подпустить ближе. Да и вообще, это мелкая цель. Слишком мелкая. Для начала нужно спрятаться. Это как минимум. На 6 километрах можно попробовать в него уже поработать. У, какое ВХ. Через стенку наблюдает автоматически. Я ничего не делаю. Все, в читеры можно записывать. Так, вертушка, вертушка, где? Где? Я слепой? А, вот она. Хорош. Так, 6 километров. Попробуем. Так кто? А, все, я понял. Тут уже подъехали. Тут уже респаун зажали. Не, все. Тут я все. По-моему, на КВ-4 так долго стоять. На КВ-4? У нас вроде нету в игре КВ-4. У вас там, наверное, она есть, да? Трудно, наверное, и за землей, и за воздухом следить. Ну да, я, получается, включился так, чисто смотрел по воздуху, а тут уже подъехали. И не обратил на мини-карту. Это, конечно... Ну, я следил за воздухом, да, какая там мини-карта. Сейчас еще раз попробуем. Может, какая-то поболее интереснее карта будет. Швеция такая себе. На любителя. Вот здесь можно, да. Вот я здесь колесник брать не буду, потому что он просто не едет нигде. Колесники по песку не катаются. Чисто можно по дорожкам вот этим кататься, но это бред. Возьму, короче, здесь только зенитку. И появлюсь, да, где-то вот здесь. Блин, надо было на том респауне. Ладно, поеду повыше, куда-то стану. Так. Советы против нас. А советы любители на вылетать на К-50, К-52. Так что, может, сейчас с первым респом вертушки будут. Может быть, кстати, не исключено. Так, я вот здесь подожду их. Так.
Тухло, тухло. Никто не едет. Не летит. Ну вот как назло. Берешь зенитку, хочешь ее опробовать, и все. Все. Нет никакой летки, абсолютно никакой. Только едешь на какой-то технике, тебя штурмят со всех сторон. И самолетами, и вертолетами, и беспилотниками, всем подряд. Даже в нашей команде нету вертолетов, да. Понятно. Давайте, берите вертушки, самолеты. Ну, все, докемперился. Все. Кемперить еще надо уметь. Это пока что никого нет. Так, закон подлости. Да. Совершенно верно. Согласен. А на то, что ты говоришь, это пока что никого нет? Нет, у нас в игре это популярная фишка первым респом брать вертолет и залетать, врываться и разносить толпу. Это типа... Ну, практикуется часто. Какая-то цель? Нет. Так что в начале боя легко. Легко может быть вертушка. Особенно если против тебя советы. Просто у нас раньше как было, чтобы взять вертолет или самолет, ты должен набить определенное количество. О! Это кто там? Короче, ты должен набить определенное количество очков, за которые ты потом можешь взять. Критическая только. Давай. Хватай его, хватай, еще хватай. Не, 4 километра, не-не-не, далековато. Минимум 3 надо. Так, ну он запомнил, что я здесь. Идет, идет, идет. Есть. Ну, я не сказал бы, что это супер легко было. А вон, 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 вон. Получил повреждение руля высоты. А, все, да, это смерть. Нелегко это, но автоматик работает. Автоматик работает. Так, я ж там говорил, да, у нас раньше в игре надо было определенное количество очков заработать. Где они? Где эти очки? Вот они. Вот они у меня, 726. И тогда ты только мог взять вертолет с какими-то подвесами, либо пустой, абсолютно пустой вертушку можно было взять. Ну, чисто на пулеметах каких-то или на нарах. И также с самолетом дела. Ну а теперь разработчики сделали так, что ты можешь вертушку взять на нарах. Либо, ну там, стандартная вертушка идет с пулеметом. У нее по-любому идет какая-то там двадцатка, тридцатка. Ну, еще в подвес бесплатно насыпают тебе этих... Нары. Ракеты такие неуправляемые. Для чего все это сделалось? А, просто для продаж. Потому что люди не покупали ни вертолеты, ни самолеты. Потому что нужно выехать, заработать очки. А это нужно захватить точку, сделать пару фрагов. И только тогда ты можешь взять самолет или вертолет и вылететь. А это нелегко. Это нужно что-то делать. Ну а теперь ты, если...
Купил себе вертушечку. Ничего делать не надо. Ты ее просто взял и вылетел и заштурмил, кого смог. Почему я тебя захватить не могу? Алло. Я его не могу захватить, он, наверное, слишком далеко. Да, вот этот вертолет слишком далеко, захват его не хватает. Надо... Ой-ой-ой-ой-ой, я в капкан попал, все. Могила. Ну, как лучше и как лучше сейчас. Ну, и я лично не летчик, я, ну, предпочитаю наземную технику. Для меня стало хуже. Конечно. Для меня стало хуже. А для летчиков стало лучше. Да. Так, двоечку ему выпишу. Может, прокатит. Но это слишком далеко. Есть, я выжил. О, слушай, хороший автоматик. Правда, вот этого я не забрал, я не знаю, где он. Автоматик вполне. Я считаю, вполне. Вот это что-то такое было? Это Hellfire был. Мне неплохо. Мне понравился автоматик. Но я больше не буду, да. И рисаться здесь не буду, достаточно. Автоматик неплох. Как по мне, одна из лучших зениток. Просто на ней она специфическая. Да, прилетела от этого. Hellfire прилетел от американского, по-моему, Apache. Я его не видел. Ну, тоже, наверное, где-то далеко висел. Просто есть одна особенность. Я его еще не выкачал. Да, вот лазерный дальномер. Вот я не мог захватить тот вертолет. Но если бы у меня был лазерный дальномер, это было бы все поправимо. Короче, надо выкачать его. А еще... Вот это можно выкачать. Лом. И брать, наверное, с собой штук 10. Я не знаю, сколько их там максимум можно. Там ограничение какое-то стоит. Штук 10-20 таких ломов брать с собой. Это, к примеру, если слышишь, кто... Кто-то к тебе подъезжает уже, переключаешься, оно ж быстро вообще моментально переключается. Тут кадешка у него быстрая. Переключаешься на ломы и закидываешь просто этот танк ломами. И, кстати, пробой очень сильный. Достойный пробой. Так, что еще тут такого интересного? Это я еще не качал, вообще нулячий. Да и не вижу смысла, они все одинаковые абсолютно. О, где оно, где оно? Можно катнуть. Я давно не катал на нем. Как он себя вообще чувствует? Вот. Да, только его как-то на 10,3 закинули. Не, на 10,3 я играть не хочу. На 10,3 нет, не пойдет. Можно катнуть. Я сегодня пробовал, но у меня плохо выходило. Можно еще раз затестить. Раньше на Визеле можно было такую грязь сделать. Ух, просто страшно было. Но сейчас из-за этих... За этой механики всратых птуров, как они летят. Сложно, сложно.
Вот это еще одно нововведение улитки. Уменьшение мини-карты. Это вообще, ну... Каждое ихнее обновление... С каким-то приколом. И который абсолютно не нужен игрокам. Вот зачем мне маленькая мини-карта? Это приходится вот так вот постоянно смотреть. Бред, как по мне. Абсолютно ненужный бред. Шайтан, машина быстрая какая. Где я тут на карте? Надо поджиматься ближе к берегу. Так, вот здесь надо максимально аккуратно быть. Во-во-во, поехал, поехал. А вот еще один. Блин, ну это плохо. Это очень плохо. Все, я спалился. Меркава еще. Меркава вообще имбалансная. Ее ваншотнуть очень сложно. Вон еще едут. Я ж говорю, всратые птуры. Его реально в небо надо запускать, чтобы куда-то потом его можно было скорректировать. Ну зачем мне такая механика? Зачем? О, этот смотрит такой, о, с вертушки прилетело. Да-да-да-да-да. Не-не-не, дальше, 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 мимо. Не, гораздо сложнее стало. Могли бы хотя бы сделать, чтобы эту карту поменять можно было и как-то кому удобно. На самом деле есть фишка, но я объясню. О. Это потом надо будет качать. Выводить в топ и посмотреть, какая она. Если у тебя есть прем-аккаунт, как у меня, вот... то у тебя есть такая фишечка, как выбор как карт, которые тебе нравятся, которые ты относишься к ним, типа, ну, пойдет нормально, и те, которые ты бы не хотел видеть. И знаешь, как тут система работает? Вот у меня, допустим, Тунис и Япония стоят, что я их поддерживаю. А, и одну ты можешь выбрать, которая полностью блокируется и выводится. Ты на нее никогда не попадешь. Я заблокировал Сталинград, максимально мне не нравится эта карта. Но вот, тут фишка такая, ты только две карты можешь выбрать, чтоб, которые тебе нравятся. Три, которые... А, не-не-не, что-то я чуть-чуть обманываю. Это получается 4. И сколько красных? И 4 красных, да. Так вот, ты выбираешь, которые тебе нравятся, и какие не нравятся, и одну блокируешь. Но я скажу так, вот на вот эти, которые мне нравятся, я попадаю крайне редко, а на вот эти все остальные, ну, они сыпятся одна за одной. То есть система не работает. Она не работает. Можешь ставить как хочешь, ты все равно будешь рандомно попадать на карты, которые тебе поставят. Так, а что у меня автоматик уже? Все понял. Поехал дальше. Сейчас будем гореть. Будем гореть. На визельке смотреть, какой он.
Я просто он на вчерашнем стриме играл чуть-чуть на визельке. Я брал вот эти снаряды. Тоу-2Б, которые взрываются над крышей. Полный отстой, полный мусор. Не берите, если кто-то будет играть на визеле. Просто не игра, они не играбельные. Эти птуры. Мне просто, наверное, надо эти моменты нарезать на шортс, как я играл на Визеле. Это просто такой бред. Не, я имел в виду, что ты сказал, что мини-карту маленькую сделали и неудобно каждый раз ее открывать. А, ну это да. Да, это нововведение лишнее, я считаю. Как и вот это нововведение. Туман. Эта игра на реакцию, на скорость обнаружения противника и уничтожения его. А как я могу быстро кого-то увидеть здесь, когда такой туман? Бред. Так, вон, едет, 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 едет. Меня что ли увидел? Нет, не меня. Да, еще есть минус у Визеля. Он не стреляет на ходу. Нужно полностью остановиться, и тогда он только выстрелит. Так, но вот этого я не ваншот на 100%. У него ДЗшка, дополнительная защита. Меркаву ваншотнул. Ой-ой-ой, это вообще. Ты, кстати, откуда? И я с Украины. Вертолет летит. Нужно просто замереть. Может, он не заметит. Ой, хорош. Сбили его, сбили. Так, вон еще один едет. Ой-ой-ой, не надо, не надо. Нес. С такого расстояния стрелять, да. Такое себе. Так, дам небольшую рекламку. Подписывайтесь на меня. Потому что в дальнейшем я буду стримить не только War Thunder, а и другие интересные игры. Первой в очереди у меня в планах. Я буду только тестировать ее, а потом в эфире она будет. Это Half-Life Alyx VR. Да, полностью VR буду ее проходить. Не какой-то мод на компьютере. VR. Будем полностью проходить эту игру в VR. Блин, не дал мне он его убить. Все, меня спать колотит. Завтра постараюсь на стрим залететь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Подписывайся, не пропускай стримы. Завтра все зависит от интернета. Будет у меня хороший интернет, будет стрим, может быть, вечером, либо в такое же время. Оп, прилетело. А по поводу Half-Life, я там буду писать об этом, когда и что. Объявление давать. Ну, короче,
Главное, подпишись, и к тебе будет прилетать известие. Да, кстати, я, наверное, тоже уже это будет, это ластовое. Пойду-ка я тоже отдохну. Спасибо всем, кто зашел, посмотрел. Подписывайтесь, приходите еще на просмотр. Завтра подрублю и поиграем. Либо в танки. Ну да, скорее всего завтра танки, да. Не скорее всего, завтра будут танки. Все, давайте. Всем хорошего вечера, ночи. Или у кого-то, может, уже утро. Спокойной ночи.